Такому исполнителю нет аналога, ведь на одной сцене собрались только лучшие российские музыканты. Даже тем, кто не разбирается в классике, три великие пятые симфонии пришлись по вкусу. Не могу сказать, что я большая поклонница симфонической музыки, но, опять же, чем больше ты это делаешь, тем больше тебе это нравится, тем больше ты начинаешь в этом разбираться. Тем, кому не удалось купить билет или попросту не хватило места, расположились на газоне. Это третий по счету заключительный вечер популярного музыкального опен-эйра. Не случайно фестиваль под открытым небом «Лето музыка музей» уже называют главным событием года в Подмосковье. Фестиваль посетило какое-то невероятное количество людей, что мы не могли даже удовлетворить просьбы и желания всех, кто хотел. Нам пришлось увеличивать зал по ходу дела, докупать стулья. Это вообще невероятная история. Это же классическая музыка. Причем сложная. Максим Дунаевский – один из главных идеологов фестиваля. Концертная программа создана еще в прошлом году. Но осуществить задуманное удалось только в этом, благодаря помощи губернатора. Место проведения – музейный комплекс в одном из самых живописных уголков, рядом с жемчужиной Подмосковья – Новоиерусалимским монастырем. Сегодня наш посетитель, он не только попадает на музыкальный фестиваль, может насладиться классической музыкой, но при этом для нас важно, чтобы он посетил наши выставки, экспозиции, погулял по территории Русской Палестины. На фестивале сразу три величайших дирижера современности вместе выступают впервые. Сегодня за пультом Андрей Борейко. Я вообще люблю open-air, то есть концерты на открытом воздухе, потому что на них приходят те люди, которые, может быть, не знатоки этой музыки, но они приходят, потому что они чувствуют внутреннюю потребность вот разделить с нами радость музицирования и с природой, и с замечательным совершенно атмосферой. Звезды мировой классики и известные музыкальные шедевры. Похвастаться звездным составом на одной сцене могут лишь некоторые концертные площадки. Среди них теперь и подмосковная Истра. Мы сумели на этот фестиваль пригласить самых лучших дирижеров мира. Это Петренко Василий, наш художественный руководитель Владимир Юровский, и вот сегодня Андрей Борейко. Я не знаю ни одного фестиваля в мире, где бы они собрались вместе. Фестиваль «Лето музыка музей» поддержало правительство Подмосковья. Он приурочен к 90-летию Московской области. Павел Смирнов, Мария Семениченко, Егор Евстигнеев, Новости 360.